самый лучший двухкомпонентный. Компонент номер один. Ух ты. И компонент номер два. Но. Держатель для козырька. Сам микрофон. Пластик. Шурка. Есть еще вот такой держатель на двустороннем скотче. Ну, если вдруг на стекло или куда-то на панель примостылить. Ну и 1,5-метровый кабель. Ссылка будет в описании. Вот здесь прям вообще все четенько сделано. Бери, втыкай, как говорится. Заклеено и сделано. И он монофонический. То есть всего лишь два контакта. В этом-то и его прелесть. Два набора, которые в ближайшее время придется устанавливать. О, стоп. Это сюда, и это тоже сюда. Ссылки будут в описании.